Папа много работает, он часто на концертах и на студии. Я пишу письма папе на WhatsApp и звоню ему на FaceTime. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, точки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, точки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Время летит быстрее, чем хотелось бы. Жизнь дана одна, я хочу ее до дна испить. Меня несет попутный ветер, либо лютый шторм. Меня зовут дороги, те, что не прошел. Я люблю свое дело, и это походу взаимно Бог дает. Шансы иногда авансом, иногда взаймы. Я не упустил свой, кого-то это злит. Я могу сказать на это, слушай, извини. Между нами тысячи километров, и по ту сторону экрана. У меня тут слишком поздно, у вас там слишком рано. Мама вам готовит завтрак, у меня поздний ужин. На скорую руку целую вас крепко. Вечером концерт посплю и дальше в тур. В бесконечном круговороте самых важных дел я исчезаю из ваших жизней, так каждый день. Новый бит, новый текст, новый клип, новый релиз. Я несусь вперед, я обгоняю жизнь. Мои точки так сильно похожи на батю, что их за это легко можно обвинить в плагиате. Они не я, и когда мы втроем, это три меня, три меня. Представляешь, эта банда, это криминал. Выхожу на связь, не закончился бы интернет. Я смотрю на вас, папа, привет. Папа по скайпу, папа по фейстайму. Папа по жизни, папа по стайлу. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Мои девочки, мои дочки, огонечки. С глазами ангелочков, долгожданный отпуск. Мы летим на моря, со мной мои бандитки. Папа снова играет в говоря. Мама ушла на 2 часа, и это трудное испытание. Но папа должен что-то добавить к воспитанию. Я суровый отец, слышишь? Я глава семейства, слышишь? Не веди себя так, ты успокойся, ты не смейся. Забастовка, беспорядки, люди требуют шейка. Ладно, что ж, пока мамы нет, можно и пошиковать. Пиратский корабль, мы идем на абордаж. На корабле ваш корабль, теперь наш. Один на один против 2 вождей краснокожих. Хорошим папой быть очень сложно. Нет смысла вам читать нотации. Вы смотрите на меня, и железный папа плавится. Да, папка тряпка, да. Папка добряк, папка делает суровое лицо. Это папкин белый флаг. Мои девочки, в них мой смысл. Я выиграл это счастье в борьбе за самую счастливую жизнь. Папе пора лететь, папа в суете. Далеко, но рядом, папа на высоте. Папа по скайпу, папа по фейстайму. Папа по жизни, папа по стайлу. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа Skype, папа FaceTime, папа WhatsApp. Папа рядом всегда, да? Yeah.